Крис, ну ты обещал мне набрать и разобрать. Я уж соскучился. Только очень ненадолго. Крис, давай. Человек из окна выпал. Джип! Вы упали на мой автомобиль. Каким образом Маликов Андрей Петрович должны мне 10 миллионов рублей? Не собирайте себе сокровища на земле, ибо отдав все, ты можешь получить еще больше. Слушай, ты сам-то веришь в Бога? А ты как думаешь, если я пастор? Кино сгорело быстро, а утонуть бы не смогло. Горели замки, что на Истре, горели медленно на зло. И храм Спасителя и бани, хачи сгорели москвичи. А дома ждали россияне, когда остынут кирпичи. Че, принимает земля русская постояльцев? А у нее выбора нет. Сыны ведь ее. Москва, по ком звонят твои дела? Москва, по чем твои золотые купола? Ну не все в жизни через ваше бабло меряется, Эдуард Сергеевич. Все, все. Эгоизм и сила. Вот вонючая философия этой планеты. Москва, по ком звонят твои дела? Москва, по чем твои золотые? Что думаешь, я тебе работать не смогу? Он бомж-суицидник, я его спас.